Так, друзья мои, мы с вами в Юникло. Здесь бушуют тоже распродажи, как вы видите, везде сейл. Значит, из интересных вещей льняные рубашки сейчас по 40 долларов были по 50. И они из разных цветов. Это просто здесь я нашла такую вешалку, где висят вот такие. Вот они из белые, в общем, разных цветов. И маечки вот из коллаборации Marie Maico. По-моему, сейчас по 13 долларов. А были, мы их примеряли с вами. А были они по 30. Вот, видите, старые этикетки. Много очень всяких вот таких вот всяких топов Майкл Коголичек за 13 долларов, разных тоже цветов. Есть очень красивые сиреневые цвета, вот они. Зеленые, сиреневые, белые, бежевые. Очень хороший такой, хорошего качества трикотаж. Круглый вырез. Вот. Ну, здесь как-то все перемешано, распродажа, не распродажа. Вообще очень много футболок. Много очень всяких полосатых футболочек, вот таких тельняшечных, которые стоят по... Почем они у нас? Они у нас не на сейле, и они по 20 долларов. Достаточно хорошая цена, но видите, они есть просто в черном цвете, есть однотонные, а есть в полоску. И также есть вот такие вот коротенькие топики, такой интересный, знаете, лапша, такая толстая лапша, они вообще по 10, но они вот, видите, вот такие вот короткие, что не очень удобно, ну, смотреть для чего, смотреть для чего. Появились уже вещи какие-то более зимние, вот всякие просто обычные топы за 30 долларов, сделанные из хлопка стопроцентного, они есть просто вот белые, черные, и есть вот такие вот полоску, по-моему, они были в прошлом году тоже. И я не знаю, если они тоже по 29 и тоже 100% хлопок. Значит, они есть вот такой коричневый, синий, белый, бело-синий и вот такой вот зеленый. Это зеленый цвет. Такой бутылочный, если вам не видно. В общем, много топов с длинным рукавом, всяческих, просто обычных. И появились более или менее такие уже более или менее свитера какие-то. Все вот это вот сейчас на распродаже, все эти платья, вы помните, я их примеряла. Кстати, вот это я хотела примерить, оно не на распродаже, меня просили примерить это платье с вот этим вот вырезом V, потому что я примеряла без рукавов такое вот платье эйризом, вы помните, я только не знаю, какой мне взять размер, я, наверное, возьму, наверное, медиум, чтобы нам не рисковать. Вот, они не на распродаже. Сейчас я посмотрю медиум вот такой ширины. Наверное, надо взять мне медиум, потому что я думаю, что смол. Я сейчас посмотрю смол. Я думаю, что он мне будет маленький. Сейчас я его вытащу и посмотрю на глаз. Можно взять два, но здесь, вы знаете что, я, наверное, все-таки возьму смол. Я смотрю, что он тоже не очень маленький. Я вам скажу почему, потому что здесь можно брать ограниченное количество вещей. Если я возьму два одинаковых платья разного размера, то меня заберут, ну, как бы, начнутся какие-то там, оставьте то, не берите это, в общем. А вот те платья, которые я примеряла в прошлый раз, вот эти, тоже эйризм, которые мне понравились, они тоже еще не на распродаже, у них еще полная цена. А я жду. На распродажу вышли вот эти платья за 40 долларов, сейчас они, я его примеряла. Вот эти со встроенным лифом тоже не на сейле. На сейле вот эти вот комбинезоны за 40 были, 50, по-моему, или больше даже. Ну, они такие, я как-то примеряла какой-то, я помню, какую-то свою вылазку, значит, вот эти платья не на сейле. Вот этот сарафан за 40 тоже, я не помню, я мерила его или нет. Не помню, ну неважно. Есть, видите, 40 долларов, есть бежевые, есть черные такие, три валана. Что-то я уже, честно говоря, не помню, что я примеряла, а что нет. Из нового появились вот такие брючные костюмы, брюки, вот они висят, трикотажные, с карманами, за 40 долларов. И вот к ним вот такие вот длинный вот такой вот топ за 20.
Они есть разных цветов и можно миксовать. Может, допустим, зеленые брюки, бежевый топ, бежевые брюки, черный топ. В общем, как хотите. Видите, вот здесь на картинке на девочке бежевый топ и такие защитного цвета брюки. Появились плащи. Вот, что говорит о том, что мы приближаемся к осени. Это Uniqlo C, кстати, за $150. 100% хлопок, вот написано, видите, 100% хлопок. Есть зеленого цвета, защитного и бежевого. Осень наступила, можно сказать. Платье, кстати, по $40, почти все раскуплены. Вот так, такие шапочки, я хотела себе такую панамку, но она стоит $40, я на это подешевле. Так, появились свитера. Вот такие вот тонкие, за $50. Вот такие вот, видите, разных цветов. Появились полосатые свитера. По-моему, тоже они были в прошлом году все. Вот такие вот. Эти по 30. Вот эти на распродаже. Боже, такая каша. Свитера на распродаже, свитера новые. Свитера с прошлого сезона, свитера с этого сезона. Совершенно ничего не понятно. Вот появились юбки. Вот это вот уже, видите, все. Вот это новый сезон уже, зимняя одежда. 59,90. Юбки за 59,90. Будем их примерять зимой. Сейчас не будем. Шапки зимние появились. Вот такие шляпенцы. За $40 панамки. Панамки, но из такого фетра теплого. Есть молочные, черные, такие бежевые. А, вот видите, всякие кофты. Кофты-свитера. Это первые свитера, которые появились. Мы бежим, значит, приближаемся к осени. Уже изо всех, на всех парах. Вот кардиганы на пуговицах, полосатые однотонные за 60. И здесь вот эти вот кардиганы, которые так и не вышли на распродажу. Вы помните, эти такие а-ля Шанель. Они до сих пор еще не на сейле, хотя они висят очень давно. Ветровки, в общем, ну, блузочки всякие, короче, спортивная одежда. Короче, мы идем к зиме. Вот такие симпатичные пижамки, они сейчас тоже на сейле, я так понимаю, за $30, стоили они 50. Это, по-моему, хлопок стопроцентный. Нет, 29 хлопок, 71 район. Вот такая вот она. Они с этими диснеевскими всякими героями. Вон, видите, там есть картинка. Мне вообще они нравятся, потому что они с шортами. И вот такого вот сжатого хлопка очень прикольные. Видите, вот они есть. Вот, кофта и шорты. Но размеры только экстра смол. Я боюсь, что это мне будет маленькое. Хотя вот эта вот рубашка, которая висит, она экстра-экстра смол. Я не могу сказать, что она уж такая маленькая, если честно. Вот, так что есть... Есть вот такого же бежевого цвета, с такой вот картиночкой. И в основном вот эти вот. Одна есть еще пижама вот из этих вот шелковых, вот таких вот. Я думаю, что они тоже на распродаже. Мы их видели с вами. Вот это мне прям реально нравится. И мне кажется, что если это размер экстра-экстра смол, вот это вот, да, она совсем не маленькая, то экстра смол мне даже может быть и великоват. Короче, посмотрим. Так, вот появились это всякие вот такие вот брюки. За $60. Это тоже все новое. Это какая-то уже осенняя коллекция. Вот такие вот типа домашние кофты. Вот они все это развешивают, девчонки. И вот такие вот брюки. Типа, я даже не знаю, это домашние или это на улицу в них. $40 они стоят. С такой вот резинкой сверху, завязкой. Клешные трикотажные брюки. Всех-всех-всех цветов. Есть коричневые, черные, синие, серые. В общем, вот это красивый такой очень шоколадный цвет. И вот такие вот полурубашки. Видите, вот там девочка сверху нарисована. Есть рубашки вот такие на пуговицах, кофты, кардиганы. А есть вот такие поло. И из них можно сделать такой костюмчик. Вот они все одинакового цвета. Такого же, как эти штаны. Вот здесь вот синие они висят. Вон, видите? Вот такая вот. $50 стоит вот это вот поло, и вот эти вот брюки можно сделать, составить такой домашний комплект. Очень симпатичный, но можно, он может быть и не только домашний, он может быть, ее вполне можно ходить на улицу. Ну, в общем, короче, пойдемте искать что-то в примерку.
летнего на самом деле мало. Уже все раскупили. Вы видите, уже все такое тепленькое. Свитера пошли. Вот эти юбки мы с вами примеряли. Uniqlo C. Они сейчас вышли на распродажу. Их $30 стоили. По-моему, 50 они, да, или даже 60. То есть вот уже хорошая скидка. Вот они есть еще вот такого цвета, есть вот таких цветов. В общем, их много. Какие-то вот такие топики. В общем, я еще что-нибудь поищу. Честно говоря, нового не так уж много. Летнего все уже такое теплое. Вот какие-то брюки на распродаже розовые за $30. Летние. Ну, в общем, мы сейчас что-нибудь найдем попримерять, девочки. Вот, кстати, льняные рубашки. Написано, что они еще по 50. А там висели нас на распродаже. Может быть, это какие-то были другие. Может, это мужские, например, на распродаже. Ну, в общем, вот они всех цветов. Хотя мне кажется, что у них мужские и женские одинаковые. Они всех цветов. И вот, по-моему, в полоску уже нету. Вот видите, каких они были цветов. Остались вот такие бежевые, голубые, белые. Белая рубашка – это хорошая идея. Особенно если ехать на пляж, но для пляжа я имею в виду. Но, если честно, $50 мне жалко за нее. Давайте, короче, все, пойдемте примерять, посмотрим, что интересного найдем. Так, друзья мои, мы с вами в примерочной в Uniqlo. Самый шумный магазин, в который я когда-либо хожу. Я знаю, что все жалуются всегда на шум. Я снимаю в наушниках, потому что мне написали, вы снимаете в наушниках, я снимаю в наушниках. Ну, простите меня заранее, я очень прошу меня простить за шум, который всегда создается в Uniqlo. Я сегодня, вы помните эту юбку из Зары, которую я примеряла на моей последней примерке из Зары, и все-таки я ее купила. Она мне очень нравится. К ней я надела вот такую маечку с пайетками, с пальмами. Очень такая летняя классная майка. Босоножки зеленые, может быть, можно было какие-то другого цвета. Вот такой вот у меня коротенький жакетик. Мне кажется, что все вместе это выглядит хорошо. Единственное, что я бы не стала, может быть, надевать зеленые босоножки, я надела бы, скажем, какого-то такого цвета или этого, но я очень торопилась утром на работу, поэтому надела то, что надела. Украшения у меня обычные, ничего особенного, в общем, даже особо не буду показывать. Ну, браслет, украшения на шее и... Так, давайте примерять. Летней одежды мало, но я нашла. Все-таки хочу примерить эту льняную рубашку. Это топ из Маримеко, по-моему. Шорты, в общем, платье. Ну, короче, давайте примерить. Так, смотрите, на мне маечка коллаборации Маримеко с Uniqlo. Это размер small. Они сейчас вообще на сейле. Она стоит, по-моему, $13 или что-то такое. И вот такие вот шортики коротенькие. По-моему, они лен с клубком. Которые сейчас тоже на распродаже. Они из всяких разных цветов, но размер medium я нашла только в синем цвете. Small, они хотят резинки, но small как-то я боюсь мерить, хотя, возможно, я все-таки попробую, а может, посмотрим. Ну, в общем, майка довольно большая. Вот эти вот Uniqlo Maremeco, у них довольно большие размеры. Смотрите, это майка small. Я сейчас ее вытащу наверх на шорты. Шорты довольно короткие. Но как летние шорты, они, в принципе, очень-очень классные. Мне кажется, что они очень неплохого фасона, вот из кармана, они такие свободные, легкие. И майка симпатичная, ноги меня не загорелые, поэтому уж простите, как есть. Так, вот смотрите, вот майка я ее вытащила наружу, она довольно длинная. Вот видите, здесь просто синий шорт, вот здесь вот она кончается. И мне кажется, что в заправленном виде она лучше, потому что вот эти широкие полосы, они когда наверху, как бы сверху, у меня еще есть брюки, я, может быть, примерю, сняли, они когда сверху, они как-то их очень много, а вот когда вот так вот до талии, это в самый раз. Так она слишком длинная. Так, смотрите, белая рубашка, льняная, по ней, если я вам показывала, разных цветов, я взяла размер medium, мне кажется, что это хороший размер. Она стоит $50, я все жду, что они выйдут на распродажу, потому что мне как-то жалко за $50, тем более, что я хочу ее в бассейн или на пляж, вот-вот, на купание. Мне кажется, что она коротковата для этих целей, потому что она еле-еле прикрывает, хотя, в общем, прикрывает все, что нужно. Хотелось бы, знаете, вот хотя бы, чтобы такой была длины, чтобы уже прикрыть, так прикрыть. Потому что вот с длинным рукавом это удобно, потому что если вы сгорели, подгорели или что-то такое, то это очень удобно иметь вот такую вот рубашку. Может быть, мне даже надо было бы ларч.
Просто понимаете, на мне сейчас надеты вот эти вот шорты такие просторные, широкие. Если я их сниму, да, я вам не буду это показывать, она будет пошире выглядеть. Вот. В принципе, мне кажется, что по размеру она мне нормальная. Вот такая вот длинная рубашка. Помните, мы примеряли в Манго черную рубашку из Рами. Я не помню, сколько она стоила. И вот здесь вот Юникло, льняные рубашки 50. Нормально. Подумаю. Так, смотрите, шорты. Значит, вот их состав. 50% льна, 50% хлопок. Очень хороший состав. И размер медиум у меня. Здесь написано $50, но, по-моему, они стоят 30. Я снимала в Зале. Мне кажется, что они сейчас на сейле, на распродаже. Там есть не распродажи, есть на распродаже. На распродаже есть белые, черные, синие, бежевые. Все очень маленьких размеров. И все в основном экстра смол или смол. Так, полосатая футболочка. Она из коллекции Маримеко. 100% хлопок, размер смол. 29,90. Сейчас они, по-моему, стоят $13. Мне она нравится. Есть всякие такие же в цветочек. В общем, разных расцветок. Но вот эта полосатая, бело-синяя с голубым, довольно симпатичная расцветка. Мне кажется, она очень даже ничего. Размер смол вполне, она такая, ну, немножко объемная, оверсайз. Так, рубашки 100% льна. Размер медиум стоит $50. Ну, в общем, такая неплохая рубашка. Это такая марлевочка, немножко прозрачная, легкая, очень тонкая. И довольно симпатичная. Хорошо сделана, аккуратненько. Воротничок, пуговички, все на месте, все как надо. Цвета еще есть разные, но в основном пастельные цвета. Все такие ярких нету в этом году. Все такие нежно-сиреневые, нежно-голубые. Какой-то период времени, я помню, у них они были очень яркие. В этом году они все очень-очень пастельных тонов. Так, смотрите, 100% хлопок. Очень симпатичные брючки. Вот это вот размер смол. Размера медиум не было. Large очень большие, и они мне, конечно, маловаты, но, в общем, будем знать, что мне нужно медиум. Они на распродаже сейчас. Такого поросячьего розовенького цвета. Вот это вот не настоящий замок. Здесь резинка на талии. Хорошая длина. Мне очень нравится она. Вот то, что надо мне. Даже без каблуков она будет очень хорошо. Хорошая ширина. Если что-то надеть сверху, то, в принципе, они и не выглядят как очень маленькими. Вот сверху, если надеть вот такую белую льняную рубашку, то это, в принципе, очень хороший такой летний образ. Брюки хлопковые. Сейчас на распродаже за $30 стоили, по-моему, больше. Я не знаю. Размеров тоже очень мало. И они тоже есть, по-моему, более каких-то таких бежевые. Ну, все такие светлые. Белых, по-моему, не было. Были вот такие вот. И в основном маленькие размеры в магазине остались. Может быть, онлайн еще есть. Хотя у нас онлайн разбирают больше, быстрее, чем... Разбирают быстрее, чем в магазине. В магазине тоже быстро разбирают. Вот видите, кстати, рубашка без шорт, вот этих вот объемных, таких широких, а с узкими брючками. Вот видите, она не узкая. Мне кажется. Представьте, что под ней купальник. Не знаю, мне бы хотелось, чтобы она была подлиннее все. Хотя пол прикрывает, тут все прикрывает. В общем, я бы ее не стала застегивать, если на купальник, потому что одну пуговицу застегнуть. В общем, как так. Смотрите, брюки, видите, 100% хлопок. Сверху резинка, карманы. Размер смол. $40 они стоят, сейчас 30. Небольшой сейл, но все-таки приятная распродажа. Хлопковые брючки очень приятные. Такие какие-то даже немножко пижамные, но вполне себе и на улицу их можно носить. Как вы видели, я их надела с рубашкой. Очень даже неплохо. Так, смотрите, очень-очень эффектный костюм черный, брюки и платье. Как это ни странно. Я это платье примеряла, когда оно только появилось в магазине. Оно было серого цвета. Я примеряла серого или не помню какого. По-моему, серого цвета. Тогда я мерила размер large. Сейчас у меня размер medium. И вот эти вот брюки. Я видела тогда, когда я примеряла, я видела на манекене, что у них надеты, они сделаны из одной ткани, что вот эти брюки надеты вместе с этим платьем на манекене. Я хочу сказать, что брюки сами по себе неплохие, и платье само по себе неплохое, а вместе это выглядит очень эффектно.
вот такое сочетание платья с брюками, причем платье длинное, ниже колена. Дитё орёт, как только я перестаю снимать, оно перестает орать. Как только я начинаю снимать, оно снова начинает кричать. Посмотрите, какое красивое, как красиво это платье выглядит вот с этими брюками. Я сейчас сниму брюки. Нет, сначала я задеру платье, покажу, как выглядят эти брюки без платья, потом сниму брюки и покажу, как выглядит платье без брюк. По-моему, это очень красиво. Так, смотрите, вот так выглядят эти брюки без платья. Но я бы, если бы их носила, я бы не носила их вот так, я бы носила их с чем-то, вот скажем, вот таким вот. Вот такой длины, какой-нибудь туникой или топом. Просто как сверху, или рубашкой, или чем-то, которое бы прикрывало все, там, попу, паховую зону и прочие вещи. Потому что мне кажется, что вот так вот они выглядят лучше. Вот с каким-нибудь длинным топом, мне кажется, что они очень были красивы. Они такие немножко плиссированные, хорошая длина. В общем, мне кажется, это классный комплект. Брюки, по-моему, стоят 20, платье 30, в общем, что-то такое. Сейчас я сниму брюки, покажу вам, как платье выглядит без брюк. Смотрите, вот так вот выглядит это платье. Оно абсолютно обычное черное платье на тоненьком полосочке. Его можно носить с чем угодно, с красивыми длинными украшениями, с жакетом. Вот сейчас я вам примерю с моим жакетиком. Оно очень стройнит и очень подчеркивает фигуру. Единственное, что вот здесь вот чуть-чуть оно невелико, но это medium. Меньше я уже не могу, с молнией. И то я удивлена, потому что в прошлый раз я примеряла ларч, и он меня немножко так обтягивал. Я еще тогда сказала, это не мое платье, оно слишком обтягивает и подчеркивает все мои неправильности моей фигуры. Вот сейчас у меня medium, и оно мне очень хорошо, и очень хорошая длина. Сейчас я померяю его с жакетом. Смотрите, светлый жакетик, коротенький, тоже очень красивый, это черное платье. Да, это синтетика. Я не знаю, как его носить в жару. Но я знаю, что Uniqlo делает очень хорошие качественные синтетические ткани. Это не с эйризом, это обычная синтетика. Но я предполагаю, что в самую-самую жаркую жару, наверное, носить его не надо. А носить его можно вечером, когда солнце заходит. И даже как вечернее платье с жакетом, с каким-то, с какой-то, с чем-то, ну, в общем, с красивыми украшениями. Мне кажется, очень классно. Так, смотрите, платье размер medium. $50 оно стоило, сейчас стоит 30, по-моему. Это 95 полиэстер и 5 спандекс. И брюки. Ой, они же, видите, здесь резинка сверху и завязочки. И где от них эти самые? Ну, в общем, тот же самый состав. Это тоже размер medium. И сейчас они стоили, по-моему, 50 или 40. Сейчас они стоят $20. Вот такие вот брючки. Вот такой вот оно, вот такая вот ткань. Сжатая, очень интересная, приятная, симпатичная ткань. Первый раз они делают у Uniqlo такие платья. Раньше не было их ни платьев, ни брюк. Они есть светло-серые, они есть бежевые. Но мне кажется, что мне лучше всего черное, потому что, ну, все-таки у меня не идеальная фигура. И светло-серое, оно очень подчеркивает. Очень такой красивый цвет, но оно подчеркивает всякие недостатки, потому что вот эта сборочка, вот эта сжатая ткань, она как бы немножко такая в октагон, в облигон. Вот. А размер больше мне брать, у меня вот здесь даже medium под мышками великоват, так что я думаю, что черное мне лучше всего. Так, я долго думала, взять мне small или medium, сейчас взяла в конце концов medium, мне кажется, что правильно сделала, small мне бы, наверное, был бы маловат. Ну, а может и нет. В принципе, medium нормально, но, может быть, и small можно было. Вот такое вот платье. Это из этой вот серии Aerism. Я примеряла в прошлый раз синее без рукава. Сейчас меня попросили, я хочу тоже, самое мне интересно, померить вот это вот платье с вот таким вот V-вырезом, с рукавом. Оно тоже с карманами. Есть в нескольких цветах оно. Сидит неплохо, но я хочу сказать, что на мне medium в прошлый раз, когда я мерила синее, сидело лучше. Мне оно больше нравилось. У него такой вырез лодочкой. Рукава нет, это намного красивее. Вот, может быть, это как-то посвободнее, или прошло месяц с момента примерки прошлой, я сбросила тоже вес немножко, поэтому, может быть, сейчас вот так вот medium сидит неплохо, но в прошлый раз, когда я примеряла, оно прям сидело как влитое, просто очень красиво, а это чуть-чуть свободное, но, в принципе, нормально. Вот, я не могу сказать, что это плохо, это, в принципе, неплохо. Вот так вот, вот такое вот платье. Может быть,
цвет, в принципе, мне нравится, но как-то что-то кажется, что он... Не могу понять, какие-то ассоциации мне вызывает, но не знаю, какие, но мне кажется, что, может быть, другой цвет мне бы больше подходил. Да, платье стоит $50, а сейла на них нету, на эти платья, потому что они относительно недавно появились в магазине. Значит, это 100% полиэстер, но это вот из этой серии Aerism, в котором не жарко. Мне даже написали кто-то из зрителей, что в нем действительно в этих тканях действительно не жарко. Все, друзья мои, вот такие у нас были примерки. Надеюсь, что вам понравилось и было интересно. С вами была Дита из Канады, из Uniqlo. И до новых встреч совсем уже скоро. Всем пока. Бай-бай.